Это роботы. Они взломали охранных роботов. И загрузили взрывчатку на поезд. Знаешь, что забавно? На самом деле, террористическая атака дала мощный толчок разработке проекта нейронной сети Союза Уинслоу. Если бы не страх повторения такой атаки, у нас могло бы и не быть программы «Киберсолдат». Подожди. Сейчас 7:25. У тебя еще 5 минут. Ты тут не в первый раз, салага. Посмотрим, можешь ли ты менять историю. Расценивай всех роботов как противников. Они ответят тебе тем же. Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Call of Duty Black Ops 3. Нас забросило в симуляцию поезда. И тут будем ловить каких-то роботов. Ну что ж, погнали. Пока что все очень странно. Так, а что у нас по оружию? Ну, я думаю, тут этот плюс-минус подойдет. И очень странно, мы пока что в какой-то симуляции. Ну, а-ля, как в прошлых частях, видимо, типа воспоминаний. Но из реальных действий у нас был только пролог в начале. Тейкдаун — еще одна из твоих киберспособностей. Попробуй на тех ботах. Че? Нажмите вы или мы 4 рядом с чем, кого. Тейкдаун. Вот так можно быстро и тихо ликвидировать врага. А то, что он шумел, мне всем пофиг. Как оружие поменять? Я вот хочу, к примеру, вот это поменять как-то на другое оружие. Как взять оружие? Е, по-моему, граната. Так. Не совсем то, что хотел. Ладно. Допустим, предположим, наверное, брать все-таки нельзя. Плюс индикатор того, что можно взять оружие, не загорается. Короче говоря, странная история. Следи за флангом, а не лево в окна. Блин. А вам, ребята, до лампочки, да? Дайте мне нормальное оружие. Я не хочу с дробовиком ходить. Мне он не нравится. Да ёпш вашу. Да. А это какое-то говнище. Так, на морковкиной заднице я буду его так убивать. Я так понял, что вы принципиально не желаете дать нормального оружия. Ну, плюс-минус они разваливаются, допустим. Но как-то не по кайфу. Пока что, я не знаю, это Call of Duty, она как-то уступает тем прочим Call of Duty. Так, а зачем мне сюда надо было? Зачем, да? Она как-то, что ли, слабенькая, что ли? Так, ну как, пустая. Не очень интересная. Да, хорошо, обязательно. Так, мы сюда можем, не? Предупреждение. Поезд в режиме изоляции. Это видимо, как-то переместитесь в безопасность.
безопасное место и ждите инструкций. Чё, как цель? А, мы по стенам как-то умеем бегать, да? Предупреждение. Противники лезут с флангов. Подождем вас тут. Ой-ой-ой, не расшибиться бы. Да-да-да, иди сюда. Патроны. Ой, а откуда вы здесь выпрыгнули? Использую ударную волну, чтобы вынести группу противников одним махом. Два. А, то есть у меня забрали все способности. Допустим. Ёб твою! Сука. Одна ударная волна собьёт всех нас. Твою мать, ты просто стихийное бедствие. А, это я типа хорошо сделал. Ну, я не знаю, вот куча вот этих вот способностей каких-то там, ударная волна. Что это? Мне кажется, это какое-то говнище. Давайте его заранее взорвем. Проект нейронной сети внутри вагона перед тобой. Его защищает 6 дюймов нанотрубок, но это не поможет, когда взорвется бомба. Тебе лучше поторопиться. Взорвется нанобомба. Ну, у нас таймера вроде бы нет. Да что ж вы, я как понимаю, вы желаете познакомить с... новыми оружиями, но мне в целом это не нравится. Не сбавляй темп, тебе нужно немного, чтобы найти сейчас. Да и... развалилось, а это такое восполнение. Я восполнился, нет? Видимо, да. Не нравится мне. Так, перезарядимся. А если я это сделаю, прыгну здесь? Ну, в смысле, снизу. Это как-то... поможет мне или не поможет? Короче, тупо как-то все работает. А вы тут что стояли, ждали? Мяли. Короче, не знаю. Мне, ну, прямо скажем, не нравится. Так, доступ к дверям. Ломать. Сила, да пребудет с нами сила. Так. Эта херня насквозь заминирована. Если я ее взломаю, попробую передвинуть или отсоединить вагон, все взорвется к праотцам. Это слишком... это слишком! Даже с компьютером в голове мне не хватит времени! Ты что истеришь-то? Стоп, стоп, стоп! Это же магнитоплан! Если поменять полярность только в этом вагоне... и? Если оторвать кусок... было невозможно предотвратить взрыв и спрыгнуть с поезда. Твой БНИ может показать все варианты. Но только ты можешь принять решение, чем пожертвовать. Чё-то я не пойму, что происходит. Уметь отпускать. Зачем так? Мы теперь Тейлор, сейчас оживаем, ну как наш пациент? Не хуже, чем можно было ожидать. Я ожидаю лучшего. Тебе стоило бы об этом знать. Ты кто такой? С возвращением. Ты держишься молодцом, операция уже скоро.
Он пошел добровольцем. Мы добровольцем? А он добровольцем. Мы-то у нас особого варианта не было. Нас там разделали как бог черепаху. Повсеместное распространение дронов и боевых роботов значительно уменьшили роль человеческой пехоты. Как я уже говорил, пока больше никаких комментариев. Мы продолжим исследовать дипломатические возможности урегулирования. Что сейчас происходит, типа... Союз отрицает отправку войск в регион. Насколько мы вместо узкие... Вместо этого они ищут дипломатические пути разрешения конфликта. Мы тесно сотрудничаем с союзниками, обеспечивая тактическую поддержку по мере надобности. Как давно мы этим занимаемся, Хендрикс? Плюс-минус 5 лет. Да, как-то так. А, ну то есть сейчас ты мы... уже думал о том, что нам делать дальше? Нам нет. Рассказали, как мы стали этим киборгом. Я плыву по течению. А теперь, типа, мы 5 лет провели там-сям. А, ну, сейчас, видимо... Зачем-то куда-то что-то нужно так. Как-то по-другому нельзя прокручивать. Так, ладно, допустим. Мы... А ни хрена нам уровни. То есть вот как. У нас 4-й уровень. И чё? 5-й даже. Как бы чё дальше? 6-й дадут. А далее... Куда? Хранилище данных, гардероб, костюмы. Так. Логично. Так, гардероб. Хранилище данных, подключить к архивам. Да. Это хиробаза. Хранилище данных. Доступ. Чё? Зачем все это? Так, записи о службе. Как-то не густо. Я так полагаю, нам еще проходить и проходить. Так, тут какой-то срач. Как бы... Слышь, Хендрикс, где, говоришь, мы... В Сингапуре. Один из моих любимых городов. Не считая тех, которые я действительно люблю. У нас встреча с новым связным в карантинной зоне. Боевое погружение. Ну да. Операция ЦРУ. И их явка. Так, ладно. Рад, что ты помнишь. Надеюсь, ты помнишь и то, как я отношусь к ЦРУшной слежке за каждым моим чихом. Души не ведаю. Не всегда следят, Хендрикс. Кому как не тебе об этом знать. Так, кибер... Ты просто с возрастом становишься брюзгой. Паралич системы, вырывание батареи позволяет разорвать броню робота и вырвать батарею из его реактора. Ее можно использовать как гранату, она достаточно устойчива, чтобы обезвредить других роботов при взрыве. Кто-то смотрел Терминатора какого-то. Генезис. Ну, короче говоря, какой-то там Терминатор 3-4. Помню, когда батарейку себе из груди доставал. Так. А пол, чё, пол снаряжения, а поломка сорялся. Сламывает 2 боевых лучших. Не взрывая их, взвая их с боя, враг будет вынужден сражаться со своей экипировкой, чтобы получить возможность двигаться или стрелять. Так, не, отключает 3 вражеские турели или роботов. Хрен знает, насколько это классно. Так, замыкание. Темы роботов. А что нужно? Поражает 3 цели. А что нужно, чтобы открыть? Хрен знает. Боевой. Вообще, что типа улучшить могу? Временно усиливает моторные контроллеры, позволяя быстрее бегать, точнее целиться, быстрее менять оружие и использовать снаряжение. Это оно само собой работает или это как-то надо активировать? Так, это что такое? Сенсорный сбой. Перегружает 3 боевых сенсора противников. Ох ты, мать вашу. А, вот. Вот эти вот штуки я пользовал, я помню. Информация.
взламывает вражеские боевые сенсоры и имитирует приближение роботов воздушной поддержки. Существующие роботы служат в качестве ложных целей. Так, ослепляющий рой пока что не открыто. Вызывает замыкание, но это вот довольно неплохая штука. Так, сенсорный сбой, хрен знает. Что я с этим могу? Открыть. Это разве не открыто у меня? Что за что я это могу? Так, это открыть производственный комплект, чтобы открыть. А сколько у меня наборов? 8. А сколько я использую для этого? Или это 8 нужно потратить? Так. 8 у меня их вроде бы есть. Так, резкое ускорение всех моторных туда-сюда. Так, дымовая завеса окружает вас защитой дымовой завесой. Но это, видимо, как-то тоже активируется. Оно как-то работает постоянно. Так, короче, с одной стороны прикольно, с другой стороны мне это уже не нравится. Это какая-то, блин, Call of Duty, а хрен пойми что. Так, это типа улучшит. Ну, не знаю, возгорание возьмем. Откроем. И оно мне нет. Да? А, вот. Ослепляющий рой тоже довольно забавная штука. Дезинформация. Это мне не очень нравится. А, стоп, а сколько цель, цена открытия? То есть вот тут открытий было сколько? Я потратил одну, а у меня их было 7. Не знаю, давайте откроем. В принципе, рабочая штука. Боевой удар. Направленный поток энергии вызывает рвотный рефлекс у вражеских солдат. Противник теряет способность двигаться. Не уверен. Вот эти вот боевые штуки еще окей. Так. Непреодолимая сила, дымовая завеса, не знаю. А, ускорение моторных систем. Короче, хрен знает, как это работать. Эксперименты откроем. Врывание батареи. Так, паралич системы. Перехват управления вражеской турели. Спорная штука. Взламывает систему вражеской турели. Так. Взламывает батарею робота. Вызывает перезагрузку. Странная хитробура. Так, а это что такое? Запуск ударной волны с помощью репульсора. Она отбрасывает врагов, находящихся неподалеку, убивает тех, кто стоит рядом. Точно так должен могу открывать, как специально задумано. Как это работает? У меня столько много очков. Так, бросок. Убивает противника смертельным ударом, затем тут же убивает другого противника, находящегося рядом. Это тоже прикольно. Знаю, могу, открываю его. Запускает ударные волны с помощью репульсора, она отбрасывает врагов. А, ну это вроде как было неплохо. По-прежнему дофига. Так, временно усиливает. Увеличивает время действия. Я пока не знаю, насколько это классная штука, поэтому пока что подождем. Хаос. Так. Также запускает светлячков, вспыхивающих при столкновении с целью. Сгорание также перехватывает управление взрывчаткой, которая оснащен противника, немедленно ее детонирует. Чуть неплохо. Так сделаем. А еще не все, больше нельзя улучшить. Это вот улучшим, потому что боевые я хочу улучшить. Так, рвотный рефлекс, не знаю, спорная информация. Тут что? Прыжок перед давай дорогой. Вперед. Прыжок позволяет устранить третьего. Может быть, но я вообще не уверен, что этим буду пользоваться. Давайте дымовую завесу возьмем. Тут чисто на всякий случай. Блокировка оружия. Муфляж позволяет. Ой, а вот это я хочу. Это я зря поторопился. А сбросить нет, никак нельзя. Ладно. Я не знаю, насколько я классно сделал то, что сейчас тут уже что-то распределил. Не стоило. Так, боевое погружение. Что начать? А, следующее задание. Не, давайте подождем немножко. Дали задание. С этим тоже повременим. Давайте пошаримся. Ты кто? Непонятно, кто это. Так, а что вы тут смотрите, подсматриваете?
Квейрист, что ли? Так, прыгать здесь нельзя. Что тупо. Так, следующее задание сейчас, подожди. Что еще могу здесь сделать? Гер-ядра, это я уже туда-сюда. А это что такое? Непонятно. Изменить комплект, арсенал. Так, оружейное. Так. Второй, что это? Что? Хрен знает что. Почему? Так, это что такое? Ну-ка. А могу ли я? Могу ли я? Вот пистолет поменять на что? Ну, звучит неплохо. Мне кажется, это... Что? Куда? У вас кончились комплекты. А, это я просто так взять не могу. То есть это опять за какие-то комплекты. Короче, видимо, я поторопился немножко, да? Ну... Модификации. А что я могу? Первый блок. Оружие открывать дополнительную ячейку. Опять комплекты. Что-то кончилось. Ладно, в топку это все как-то... Так, что я еще могу здесь поменять? А что такое? Специальные карты. Взрывная волна. Вторая разрывная граната. Дополнительную ячейку модуля для на вашей... Не знаю. Опять нельзя. Как это работает? Почему я не могу взять вот? Так, у вас нет ни одного производственного комплекта. Следующий. Боец декан. Короче, в топку. Мне сюда надо? Что это? Не знаю. Пойдемте на задание, потому что тут вот дальше разбираться мне не хочется. А можно пнуть? Это нельзя. Так, начать задание. Ну, комплект какой. Я не знаю, надо было, наверное, посмотреть подробности задания, было бы логично. Так, ну вот это вот мне, в принципе, нравится. Она цел хороший. Это надо уже разбить, чтобы, ну, одно задание на одну серию. Местная черная станция ЦРУ отключилась. Ее построили после сингапурской катастрофы, чтобы постоянно присматривать за местными операциями. Когда возвели ограждение, власти отказались от попыток эвакуации, почти всем здесь стала управлять местная криминальная группировка. 54 бессмертных. Расскажи, что тебе известно о ЦРУ. Бессмертных? Их данные помогли восстановить всю историю. Кто такие взрыв бессмертные? Или это убил просто группировка 300 тысяч называется? Человек, а эвакуацию пришлось прекратить из-за суперштормов. И что здесь такого важного, что ЦРУ решило послать сюда нас? У бессмертных есть связи среди войск договора и союзников. Они пользуются ими для контрабанды. Естественно, ЦРУ распереживался. Так, это уже задание или это опять какая-то симуляция? Тьме, карантинная зона, Сингапур. Тут день ноль. Боже! Я просто не могу описать, как это вкусно. После сухого пайка, на котором мы сидели, это просто божественно. Да. Просто поставь себе модуль, который сделает все вкусным. Если я это сделаю... Разницы уже никогда не почувствую. Ты больной? То есть, как бы я такой кушал-кушал-кушал. Может, не будем маяться дурью? Вкусно и выбросил. Окей, дальше мы не прилетим. Ну, допустим, мы прилетели, но все равно. Ладно, за дело. Что, прям тут, да? Пусть. В этой дыре мы можем радоваться предписанию всеми необходимыми средствами. Что? Какими? Куда? Сильный шторм. Скоро ветер будет под 70 метров в секунду. Возьми. Кто это? Чтоб тебя ненароком не сдуло. Это Херобора. Кейн, мы на Земле. Идем к системе 54 бессмертных.
Поняла, Хендрикс. Боюсь, я должна попросить вас слегка отклониться от курса. Бессмертные уже прорвались на черную станцию. Мы сейчас готовим в доках груз для транспортировки. По-моему, это какое-то другое оружие, не то, что у меня было. Зачем бессмертным атаковать трущобы? Видимо, им что-то было нужно. Если секретные данные попадут в руки войск договора, то союз Уинслоу может сильно пострадать. Мы ждем подтверждения атаки дронами, но я хочу, чтобы вы пошли на перехват. Лучше быть на 100% уверенными. Понял. Выдвигаемся. Так, а я бегать не умею, что ли? Я инвалид опять? Притормози. Посмотрим. Как смотреть-то? Подойти просто, да? Странно отбитые люди гоняют других людей за каким хреном, непонятно. У бессмертных налажена торговля живым товаром. Они продают людей на какие угодно цели. Поэтому они и напали на трущобы. В смысле они? Что они вешают ему на шею? Ошейник не позволяет носителю сбежать. А это что без ошейника? Не очень понял. Эй, Хендрикс. Это не наше задание. Мы ничем помочь не можем. Одному надели, другой не надели. Какой прикол-то? Мы можем убить сукина сына. А зачем? В смысле, зачем они их убили? Бежим в укрытие! За мной! Внимание! К нам направляется БМП! Ёб твою... Гранаты не помогут! Противник в стане! Так. Как-то все... Бежим в укрытие! За мной! Внимание! К нам направляется БМП! Гранаты не помогут! Слышу тебя! Куда? Что ты? Противник в стане! Третий этаж! Я что-то ни хера не понял, какого хера? Бежим в укрытие! За мной! Да... Внимание! К нам направляется БМП! Так, оружие какое-то говёное. Противник встали! Третий этаж! Я взял какую-то срань. Уничтожь их! Живо! Марш по нему светлячками! Ёптвоя мать. Давай же! Выруби этого ублюдка! Он что-то не то. Работаю над этим! Так, что, дымовая завеса, форсаж? Подожди, как мне включить светлячков? Какого хера-то, а? То есть... Так, я пока что очень плохо понимаю, как это все работает. И, вернее, я даже, наверное, забыл, как это все работает. Что это? Нет. Откуда это у меня? Почему он такой живучий? Дай... Так, погодь. Светлячками. А где мне взять светлячки? Как мне поменять на светлячков? Так, не двойка. Нет, это я не хочу. Хотя, может, и не хочу. Что это такое? Не, у меня 3 патрона осталось. Так, это гранат, что ли? Гранаты не помог! Слышу тебя! Да. Короче, мне пока что не нравится прям. Да где ты там, сука? Хорошо, что они еще тупят ходят.
это из чего сделано, а? Этот умер. Короче говоря, целиться надо лучше. Чё за хер там такой? Это типа нас, что ли, какой-то крутой чувачок? Как это работает? Хрен пойми. Выстрел в голову, в принципе, никто не вечен. Все чисто. Крутой сукин сын попался. И не говори. У бессмертных есть доступ к любому оружию и снаряжению на этом свете. Буря станет еще сильнее, когда мы поднимемся на возвышенность. Не ори. Приготовься загнать трансформатор в землю и держаться, твою мать! Как мне... Стой. Как мне поменять на светлячков? Почему у меня тут какое-то говно? Так, дымовая завеса, форсаж. Поторопись! Нужно выбираться отсюда! Вторная волна сшибает с ног находящихся рядом быстрее. Чего ты ждешь? Шевелись! Да не вопи. Уходим, пока не пришло подкрепление! Так, ладно. Да, мы тут идем, сюда идем, да? Ты куда пошел-то? Ветер поднимается! Запускай трансформатор! Долго мне так сидеть? Трансформатор! Сейчас! Да ёпта! Трансформатор, сейчас! Используй трансформатор! Сейчас использую трансформатор, только надо понять, какой. Какой трансформатор? Ну же, соберись! Короче, чем дальше в лес, тем меньше нравится. Готовы к удару дронами. В эфире. Дроны в воздухе. 10 секунд. Результат отрицательный. Шторм слишком сильный. Будет только усилиться. Чак! Кейн, мы идем. Хендрикс, держать позицию. Ты приказы слышал? Нет? Нет, собрался. Враги прямо по курсу. Ты дурак? Эти волны доставят мало плохого. Держи трансформатор под рукой. Что надо сделать? Зачем? Волны доставят... Проблема. А я так понял, что волны... Волна идет! Используй трансформатор! Ага. Мы будем чуть по-другому работать. Достались ракеты! Сейчас для них самое время! Понял, Хендрик. Да? Да ёб вашу. Хорошо.
Хорошо, что меня эти штуки не сильно зацепляют, вроде как. Так, я не понял, у меня граната кончилась, что? Допустим. Предположим. Странно. Забаговали, что ли? Не то чтобы я сильно против. Ого! А как это так сработало? Больше энергии. Так. Короче, хер пойми, что происходит. Там такой. Ну, хорошо. Странно, почему он без каски. Ну, было бы логично выходить в каску. Ну, просто как бы... А это я могу крутить? Жаль. Чё, кто? Что за желтые зоны? Я до сих пор не могу понять. Вообще очень странно, что мы не в каске ходим. Голову покажи. Нет, ты хитрый. Ну. Молодец. Глаза разули, они все тут. Да ты сам бы разул бы. Где движение? Что? Кто здесь? Тебя видел. Нет, не видел. Да я заблудился. Зачем тут какие-то взрывчатые бочки разложены, как бы? Где логика? Буря усиливается! Этот сектор скоро накроет по полу! Так. Где ты там, господи? Так, ладно, я думаю, что маловероятно, что я попаду. Надо. Конечно, мы прыгаем, как это. Как инвалид. Так, мы будем работать на месте. Да ты еще тут голову подставил. Включай тактический режим, а не то у них будет преимущество. Я, по-моему, уже включил твой тактический режим. Ну, я бы... Так, этот вымирать не хочет почему-то. Плюс-минус. Откуда у нас столько? Так, хорош, там раскачивается. Друг мой, а ты где?
Блин, у меня вот этот перестрелка уже... Так, ладно, наверное, надо куда-то... Так, бочка это плохо, сука. Нихерово так попали. Неприятно. Все чисто. Да? Кейн, мы добрались до груза. Что теперь? Подключись к грузу. Я использую твой ПНИ, чтобы удалить данные. Вы это можете? Твой нейронный интерфейс подключен к нашей центральной базе данных. Все передачи отслеживаются. Конечно, прикольно, но не очень. Так, что у нас тут? А, сюда надо подключиться? Ну, допустим. Что как-то все тупо и не очень интересно. Файлы обработаны. Буря все сильнее. Похоже, она уже почти снесла танкер с волнолома. Ясно. Спасибо, Кейн. Я на верхнюю палубу. Ты на нижнюю. Да, просто... Идем? А, понятно. Нет. Вас издаст. Нормально тебе? С тобой все хорошо? Охрененная игрушка. Но нет. Приготовиться! Что приготовиться? По одному! Куда? Стой! Что началось? Что? Кто? Какого? Черт, разносит все! Держи! Этот корабль разнесет только будто соломенный. Вот, быстро! Сам ешь. Хорошо, мне не нужно было ничего не нажимать. Потому что если пришлось бы что-то нажимать, то... Там впереди туннель метро. Он приведет в связной хаб B-54. Ёб ваше... Надо остановиться! Да? Охрененный способ остановиться. Очень занимательно, но очень тупо. Я вообще не знаю, я не очень хочу проходить даже эту игру. Потому что она мне не нравится. С пробел плыть вверх. Кейн, мы на подходе к центру связи. Доложим, когда закончим зачистку. Лучше поторопитесь. До нас дошли слухи, мы... что разведданные о слабостях наших союзников утекли к войскам договора. Это неизбежно приведет к потерям с нашей стороны. Задерживать дыхание. Мы должны что-то предпринять. Понял. Или не очень. Или надолго. Видимо, надолго, потому что мы очень уверенно плывем. И не пытались сделать вдох. Сменить комплект. Хочу ли я сменить комплект? В принципе, оружие это плюс-минус нормальное. Но ключевой момент плюс-минус. Подожди, а что тут? Так, боевой. Это что? А, поменять ядро. Во. Потому что боевым вот этим ядром... А, то есть вот это можно было, в принципе, не особо все и не качать, потому что... По факту мне вот это вот, наверное, нужно. Вот. Теперь у меня, соответственно, будет эти все светлячки, хронячки и прочая дрянь. Так. Патроны здесь тоже пополняются. Стоп. Сенсорный сбой, это хрень. Сгорание, но это если роботы будут. Ну, наверное, светлячки будут наиболее популярны. Но это не точно. Вот, этим я буду, наверное, пользоваться. Потому что, в принципе, на обучении, или что это тогда было, симуляции, это было довольно неплохо. Тихо, я тебя вижу. Подсвечиваю цели. Собираюсь поджарить их светлячками. А мне что надо делать?
Светлячки фас. Цель поражена. Но плюс-минус, ладно. Со светлячками, наверное, это как-то рабочая схема. Ты уже там, что ли? Идем на первый этаж! Да нет, не суетишь ты, блин. Враги сверху и снизу! Так. Эндрикс, давай ты... Не будешь выставлять голову постоянно. Так, это вот еще кто-то прячется. Так, светлячки, фас. Здесь хотя бы не бесполезный. Ублюдков есть щиты! Бросай осколочные гранаты! Идем на второй этаж! Кого щиты? А у меня вот такая штука есть сейчас. Щиты помогают против такой штуки? Не знаю, у него есть нога. Ногу ему можно отстрелить. А без ноги, как говорится, ни туды, ни сюды. Что, кто? Чё? Хорошо, что они тупые. Тупые, как пробки. Было задумано, да? Так, я там... Ну, покажи голову. Слушай, он прям... Капец, в корпус они просто, блин, хрен убьешь. Слушай, он прям решает вопросы. То есть, ну, тут в этой игре хотя бы напарник не совсем идиот. Он прям старается, то есть особо даже голову не подставляет под удар. Идем на третий этаж. Идем. Только нет, ой, не будешь суетить прям. Так. Кейн, мы сворачиваем зачистку. Ты. Бессмертный, укрытие. Назад! А чё назад-то? Хендрикс, ты ранен? Подбил гада! Первайся, это терминатор. Что за хрень? Кто стреляет? Плюс один. А ты кто такая? Ну, в принципе, настрой мне твой нравится. Вы в порядке? Ну, плюс-минус. Агент Кейн, говорил же, оставайся наверху. Вам нужна помощь. Да? Вы тут наделали столько шума, что все солдаты Б-54 спешат узнать, в чем дело. Ну пусть спешат, как бы, мы не против. Нужно вернуться к делу. Вывести их систему связи из строя раньше, чем они поймут, что происходит. За мной. После вас. Так, зачем ты сюда пришла? Так мы вроде... Блокировано. В компьютерах сами умеем. Вся связь идет через ретранслятор. Можешь найти ее? Мы же минутку. Рукой можем там это, сила джедая. Мы загрузим генератор помех. Сбор на черной станции.
Хорошая идея. Нет. Пошли. Так, а насколько долго мы будем туда еще идти? Вопрос открытый. Ладно, давайте сейчас эту серию мы сделаем до победного. Выберите комплект. Ну ладно, пока что мне комплект устраивает. Восполнитесь, чего-то не хватает. Как говорится, не знаю, то есть долго ли нам тут еще или коротко. Что, прыгать прям? Прям туда? Ну... Так что, Кей, что будем делать, когда доберемся до черной станции? Ломать и крушить. С вашими ПНИ вы, ребята, ходячие карты памяти. Мы загрузим данные в вас, а потом вы все сотрете. А что с эвакуацией выживших? Идея говно. Так, а мы не можем... Факты таковы. Станция замолкла, когда ее атаковала самая мощная вооруженная группировка на этой территории. Скорее всего, никто не выжил. Ребятки, я, конечно, не гений, но загружать что-то в наш мозг... Кей, мы на подходе к станции связи. Она хорошо защищена. Там что? Фигурка? Фигурка так фигурка. Как по мне, не самая здравая мысль. Так, а что надо сделать? Их, ну, видимо, перебить надо. А надо было шуметь? Там. Это кто это? Наш товарищ там такую херню учудил? Или это мои светлячки такое учудили? Если наш товарищ там такой беспредел устроил, то красавчик. Одиночными стрелять не очень классно. Чё, кто здесь еще жив? Что за зоны? Вот, блин, кто мне объяснит? Так. Ходите по это. Покушайте. Так, а черепок это типа сильная цель? Куда мне надо? По-моему, я заблудился. Есть цель! Слушай, мой дружане просто вообще лютый. Он тут, походу, один их развалил в соло. Так, ладно. Ломать. План же говно. А, мой. Что? То есть в прямом смысле. Разберемся со станцией. Сломать. Пусть надо эти сукины дети оглохнут. Кейн, связь вырубается, пока мы говорим. Ты где? У черной станции. Она вся кишит бессмертными. Шлю тебе новое место сбора. Выдвигаемся. Тут же все. Закончили. Так, что? Долго мы тут еще будем бегать, нет? Конструкция неустойчивая. Может развалиться. Ой. В любой момент. Ну, опять 25. Осторожно, Хендрик! Здание рушится! Я так понял, туда не надо было, да? А, надо... Смотри под ноги! Будет обидно, если тебя угробит плохая погода! Сам не хочу, да, ну... Так. Ну идем, допустим. Ну, вперед, вперед. Все разваливается. Трудно поверить, что здесь еще живут люди. Immortals. Immortals. Допустим.
Ну, не буду ничего выбирать просто. Они еще здесь. Хватают все, что могут, пока их не настиг шторм. Что предлагаешь? Что хватает, что хватает. Ударим их раньше, чем это сделает шторм. А может, пусть их ударит шторм? Зачем? Ну, пусть ударит шторм. Так, а как использовать? Использовать. Стоп. Нет льда. Как мне эту херню включить? Да, вот так, да? Так. Идите, полетайте. Так, одного мы подстрелили. И второго вроде подстрелили. Наш, да? Так, пас. Нет, никого не нашел. Куда мне? Куда? Да, могу. О, слушай, могу. Вражеский оружейник! О! Ребятки, у меня вам сюрприз есть. А где оружейник-то? Я не знаю, где оружейник. Так, ладно, сейчас мы с тобой решим вопрос. О, смотри, что у меня есть. Эй, тебе вообще что насрать? Вот. Ну-ка. А кто по мне стреляет? Так, это наша. Я же точно видел, что по мне кто-то рассаживает. А на него, видимо, штука не работает, да? Так, мне, наверное, патрон надо собрать надо. Патроны я собрал. Надо мне еще. Блин, а как расширить количество патронов? Я вот был бы рад. Надеюсь, ничего здесь не рванет. Кейн, мы видим черную станцию. Да? Я... Не, стой. Как мне туда попасть? А. Есть как бы... Нет, туда надо. Так, где наш? А, тут дверь есть. Я просто идиот. Окей, посмотрим, что тут творится. Что здесь творится? Какое-нибудь говно сейчас, да, будет? Так, как сюда пробраться? Что за хрень тут побывала? Что-то явно сбежало. Кейн. Возможно, взрывы роботов Б-54. А это кто такие? Тогда двери вырвало бы внутрь. Тут наружу.
точно... Не, но если отсюда что-то уже убежало, то в принципе окей. Просто если бы это что-то сюда прибежало, то, наверное, было бы не окей. Так, что это тут такое? Какой-то коллекционный предмет. Нахрена они нам? Так, да, давай уже. Приготовься. Что-то впереди. Что-то впереди. Но не очень страшно было, да? Ёб твою! Что ж такое-то у меня с гранатами не ладится? Так, это что, это конец? Ты слышишь? Конец уровня или что это? Там кто-то есть! Нужно открыть эту дверь, давай! Ты уверен? Это не противник. Достаточно постучать. Срань господня. Кто? Что? Где? Представь, что кругом покой. Тут они что-то представь, решили под самоубийца, походу. Выключи это дерьмо! Представь себя в зимнем лесу. О, зомбирование какое-то, что ли? Что за херня? Окей. Запускаю поиск. Типа Far Cry 5, когда мы... Отказ в реинкарнации. Одному из братьев его попадали. Его применял Дзясюн. Он головорез бессмертных — это такой страшный способ казни для их злейших врагов. Совершается, пока они живы. О нет. Чё, нет? Хреново. Что? Что еще? Базы данных. Сперли? Они исчезли. Ну, зато нам в голову ничего не надо будет загружать. Записи, отчеты, разборы полетов, а то, все, что мы хотели если скачать мы загрузились и стереть. Бы... могли бы и не выжить, копии скорее данных всего. О действиях ЦРУ в мире. Если кто-нибудь их украдет, если кто-нибудь до них доберется... Это угрожает операциям ЦРУ во всем мире. А как насчет маячков? Биокупол. Что биокупол? Основная база Б-54 бессмертных и дом для лидеров Гумини и Гусюлань. И братьев с сестрами. Какой Гусюлань? Давай заберем Гусюлань. Наши данные и отомстим. Вряд ли их убили бессмертные. Двери взорвали изнутри, ты знаешь, как они работают. Их не было в этой комнате. Так кто же это сделал? У кого еще мог быть доступ? Последняя операция на этой станции задействовала отряд Союза Уинслоу. Отряд Тейлора. Что? Тейлор устроил беспредел? Ты думаешь, беспредел? Они причастны к этим убийствам? Ни хрена подобного, Кей. Я знаю Тейлора. Он ни за что не предал бы своих. Но его могли перепрограммировать, к примеру. Ну, вы же полуроботы. То есть у вас в башке ИИ. НИИ, он же. То есть что мешает в башку вживить какую-нибудь херню? Мы что, мы что-то закончили, что ли? Что происходит? Надо пропускать или не надо? Угу. Ну, понятно, то есть мы совершили очередное задание. Пока что игрушка, ну, как-то на троечку, что ли, оно пока не особо интересно. Оно типа пострелять, там стреляешь, пока не приловчишься, тяжело. То есть как только приловчился примерно там в голову стрелять, все, плюс-минус все ровно. Не знаю. Пока что она меня прям, ну как, на тоненькую. Даже не сильно интересно. Может быть, дальше будет интересней. Сюжет пока что какой-то странноватый. Ладно. Что ж, давайте нажмем Enter. Что у нас? Задание выполнено. 6-й ранг мы получили. Это, по-моему, не особо много опыта получили. Типа, плохо все сделал или что? Непонятно. Чем мы сейчас? А, мы вернулись на базу. Ладно, если мы вернулись на базу, то я думаю, мы займемся тут всяким в следующей серии. В
этой серии я вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.